все улыбаются, все довольны. Говорят, ждите с победы. А это уже хорошо. Вот как раз сын мой находится на самой передовой. Примчался на 15 минут, увидел и сказал, чтоб больше так не делал. Оказывается, их нельзя там искать. Не надо им мешать. Я же говорю, главное наш принцип – не навредить. Ему пришлось бросать какое-то свое отделение, куда-то ехать, куда-то нестись. На что он сказал: мам, я тебя обожаю, я тебя люблю, ты самая лучшая, но я здесь не играюсь. Понимаете, в чем дело? Они герои, герои на поле боя и умельцы в быту. Вы не поверите, но из подручных средств, из ящиков, из каких-то досок непонятных, они умудряются сделать так, чтобы им было удобно. Баньки строят себе. Я вам хочу сказать, питание у ребят нормальное. Ну а что вы хотите? 2 дня на передовой, 2 дня в тылу. 2 дня в тылу мы кушаем горячее. 2 дня на передовой мы кушаем тушенку. Я считаю, что это, в общем-то, нормально.